И всем привет, вы на канале V-Droid Gaming, меня зовут Александр, сегодня мы поиграем в танк Тастик и будем смотреть, точнее даже так, знакомиться с новым моим танчиком, который я выиграл абсолютно бесплатно в суперкрутой группке Лига Второй Мировой Войны, так что вступайте, участвуйте в конкурсах и побеждайте, самое главное, танки, которых нету в магазине, крутяк, да? Ссылки будут, естественно, в описании. Итак, пантерку я выиграл на выходных, и это было очень круто. Это будет такой первый взгляд, потому что на танке я еще не ездил, просто подобрал подходящий камуфляж. Розовая пантера. Йоу, камон. Ладно, давайте сразу же ворвемся в бой. Сравнивать я не буду ни с чем, потому что танчик несравнимый, он уникальный, да. Да нет, на самом деле просто тигр у меня прокачанный. Если сравнивать, то будет неадекватные немного цифры. Типа тигр быстрее, хотя пантера должна быть полегче, чем тигр. Короче, прокачаем, там уже сравним. Пока что просто проедемся, посмотрим, что он из себя представляет, да. На стоке. В рандоме. Еще бы карту найти. Клан Ту нагибает. Замечательно. Пусть нагибает. Я только что видел Руму с мощью 2. И сейчас ее уже нет. И это печально. Ладно, я новую создам, немного покатаюсь. Народ набежит, и там уже посмотрим. Итак, погнали, пока я один, давайте посмотрим ТТХ ее. Ну, вроде, смотрите, он даже живой, это танк. Я думал, будет медленный, но нет. Быстрее, чем тигр ощущается на стоке. Это клево. Башня поворачивается, ну, не хотя, но поворачивается, да. У Дэна видел видос, как он катался от первого лица в виде, но я думаю, на старых танках это... Ну, такое себе. Чувствительность... Ну, хотя, в принципе, может, даже и прикольно будет покататься. Да. Давайте попробуем флажок в Солянова затащить. Естественно, он в зачет не пойдет, но посмотрим, сколько у нас времени уйдет на это. Кажется, пантера попала в ловушку, она не может выехать с дырки. Это засада. Жескач. Так, ладно, более пологий такой этот найдем выезд. Давай. Нет. Ну давай, ну чё ты? Ну пантерка, давай. Я знаю, что после боя мы тебя покормим, и ты станешь лучше бегать. Ну, пока так вот, голодная, давай. Раз. Ну, давай, пантера. Ну. Yes, мы сделали это круто. Чё-то народ не заходит, это печально. Го, по деревьям постреляем. Так, это какое-то плохое дерево, давайте вот в это вот. Ну, точность, сами видите, на стоке так себе. Ну, вроде даже попали. Скорострельность нормальная, да. Не как у КВ, но постреляться можно. Ладно, я не буду вас задерживать. Подождем народ. Либо поищем комнату нормальную. Кажется, у нас есть один клиент. Он хотел присоединиться ко мне, но присоединился в другую команду. Сейчас попробуем с ним пободаться. Интересно, на каком он танке едет. Я специально флаг не везу, потому что это, ну, нечестно будет. А то он только появился, а я только флаг взял. Вот он едет. На какой-то крутой тачке. Ну да, говорю про нечестное. Беру в начале боя хилочку. Так, ну урон конячий сразу видно. Эть. Да, разучился я немножко играть. Ой, он посильнее меня бьет. Да, все выходные не заходил ни в танки, никуда, было очень много дел, играл в Володы. Так вот. Ну, теперь можно с чистой совестью, какой-то такой странный человек попался, возможно, даже бот, говорят, тут боты есть. Ну, или кто это, не знаю. Можно отвезти флажок. Дело сделали, везем флажок. Еще бы народ подтянулся побольше, а то так вот... Раз на раз пинаться. Ну, такое не очень интересное. Ну, скорострельность у нас больше, чем у того советского типка. Не знаю, кто это был. А урон поменьше. Чувак, я ничего против тебя не имею. Мне просто надо это, чуть-чуть подфармить. Чтобы пантер прокачать. Вот, кажется, народ попер. Уже четверо нас. Уже будет интересней.
Сейчас я, как всегда, на двух нарвусь, да? Так, это фонарь. Блин, я думал, это танк едет. О, чувак, здорово! Ты тоже розовый. Мы прям Тима. Розовчане. Погнали воровать, убивать. На ПЗхе, что ли? Прям, смотрите, немцы, коварные немцы напали на советов. Давай, я танкую, ты бей. На. Чуваки, надо... По одному стрелять. Ой-ой-ой, какой я медленный. Да, тут немножко управление другое. Надо привыкнуть. О, народ забегает. Ура, я создал интересную игру. Это редкость у меня. Ой, ты его убил? Развернись чуть-чуть. Спасибо. Так, надо хилочку искать. О, еще и окей, вы зашел. Вообще, прям смотрите, сколько народу. Это, наверное, все ребята, которые это выиграли танчики эти. Вот не поворачивает, и все, я задом хочу развернуться. Смотрите, какая скорость поворота бешеная. А тем не менее, там уже кто-то есть. Вот он. Хитрый совет. Или кто это? Ням. Давай, бери хилку. Хилку бери. Это моя хилка, дед. Спасибо. На. Рикошетит, да. Пушки не хватает пробития, либо я не туда немножко попадаю. Там параллакс, не параллакс. Все как надо, да? Где-то тут у тебя бы укладочка была, нет? Или тут? Супер ПВП. Я прям как будто вот попал. Вот ТБ Блиц. Все, надо ехать. Вдвоем запинали, боль в хелл. Кстати, у меня танчики некоторые вроде как не пролазили сюда. Я, по крайней мере, боялся сюда ехать. А тут, смотрите, как газелька проскакивает прям. Замечательно. А! Хилку стырили. Ой-ой-ой-ой, зачем ты меня ко мне сюда их ведешь, чувак? Флаг сломаешь! Мне нужна хилка. Ну, ты ее, конечно же, сейчас возьмешь, да? Ну, ты молодец, ты флаг несешь. Вот еще одна. Дай проеду. Подрезал. Вот я вот это отговорил, да, что здесь физика столкновений немножко жесткая. Чувак, поехали со мной, ты не туда воюешь. Вон там ребятки были, я знаю. Опа. Хитрый, хитрый, смотрите, русский хитрый. Но немец-то хитрее. Не. Не попал, что ли? Не. О, их там трое. Блин, гусеницу сбили. И все, и не поедешь. Ой-о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 й, они нападают. На. А! Вообще вверх улетело. Это параллакс. Да-да-да, я знаю такие слова. Уходим. Зря ты к нам на район пришел. Да, вот так вот. А вот этот меня сейчас может отбускать. На. А ты меня не бей. Вот так вот, да. Гуэст вышел, ладно. Я пока отступлю. Задний ход вообще божественный у танка. Просто я офигею. Я, блин, как будто вот если вот так вот развернусь, смотрите. Вот так вот, да? То я буду вот блиц играть на своем ИСе. Вперед! Мы нападаем! Да, задом ты не едешь. Ну, возможно, так и было. Ой, мы выиграли. Ну ладно, давайте еще раз. Друзьяшки. Давай, анархист. Будем дружить. Блин, ну конечно, Тима-то у нас, смотрите, такая многозвездочная. А там это, Тима так себе. Но вертолетик я все равно вызову. Трям. Ну вот, вроде баланс. Один отвалился, другой привалился. Да, вот поэтому он не разворачивается, потому что это... Скорость задняя плохая.
Засранец булю взял? Что такое буля? Я не разбираюсь. Это игродей, наверное, на имбу сел. А у меня, короче, видос наполовине сгорел. Я не знаю, на чем я остановился. Потом чекну, потому что бой идет. Ну ладно. Фигня. Это вот эта буля? Нет. Это какая-то крутая вещь. Так, ну ладно. Ты не хочешь ко мне лицом поворачиваться? Мне и не надо. Я буду в тебя стрелять. Блин, не вижу нифига. Кусты дурацкие. Рынь. На, закрутил. Смотрите, я кручу. Я кручу на крутом танке, я кручу. Крученый. Вот это было жестко. Ты его жестко, да. Чувак, жестко. Я говорил, что жестко? Это жестко. Это... Я с кем говорю? Окей. Вы это не видели. Я разговариваю с дровами, с какими-то... Так, ладно, едем дальше. Нужно хилку взять. Опа! Игродей, здорово! Чё, на имбах катаешься? А, бульдог! Он типа имбовый, наверное, да? Буля, буля, бульдог. О, тигр! Агрессор, анархист у нас, что-то прям какая-то это... Жёсткая патька. На, не попал. Но я и не сомневался. Сейчас, пацаны, я опять через горку. Давай! 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 Я попадаю, нет? Вроде попал, вроде не попал, непонятно. Ну тут прям жестко. Заборчик, дефай меня. Заборчик. Нет. А, задом я забыл, что не езжу. Сейчас сдохну, пацаны. Да. Ну и ладно. Ну, опять народ оживился, можно еще поснимать. Да, тем более у меня там половина видео, наверное, это сгорит. То, что я в себя поверил и на паузу не поставил, оно это, ну, того самое, вы знаете. Блин, коварный бревна, блин. Подставили меня. Это что такое? Это зенитка, что ли? Прикол. Тоже надо зениточку взять, посмотреть, как они в деле. Опаньки. Здорово, мужик. Где у тебя двигло? Ох ты! Коварный! Ну я-то уеду. Блин, анархист. О, это же французик, да? Топовый французик, нет? Блин, боюсь тебя. На, боекомплект. Эпично. Наверное. Трам-там-там-там-там. Ну, короче, что-то немцы вообще это разошлись. Ну, типа я такой тут пем-пем-пем. А где враг-то? А вот игродей. Ну, чё, бульдог? Как твои дела? Можно я тоже флаг возьму? А, я не успею уже. Ну что, еще сыграем? Что-то я не наигрался. Пол карточки. Нормально. Не, давайте, знаете, что сделаем? Закрываем статистику, качнемся и посмотрим, что с танком получится. Потому что я по-любому левел-то хотя бы один апнул. Короче, вот так вот прокачал шасси, взял, чтобы пушку поставить, двигатель, орудие немножко и перезарядку. Так, поднемножку. И это что получается? Раз... 2, 3, 4, 5 левелов мне дали. Замечательно. Едем в бой. Чё-то народ это повыходил. Но опять позаходил. Видать, тоже качаются. Чё мне нравится, это халявное улучшение. Я потратил, наверное, сотки 3 на это все дело. Потому что оно вообще ничего не стоит. Потому что танчик сразу же оживился. Надо было пульки еще прокачать. Другие снаряды. Там бронебойки, по-моему, были какие-то. Ну, побыстрее стал, побыстрее, намного быстрее. Прям летим. Ой.
Нет. Ну, как-то так. Давай этого. Вертолет! Я вызываю. Мне нужен вертолет. Блин, тут яма какая-то. Интересно, очки за всякие бонусы вот эти вот поднимающиеся дают? Или вряд ли? То и так вертолет вам на. Еще и очки захотели. Попал. Нормально. Блок. Прям как петехо. На. Рикошет. Ой, все, мне 23 хп, надо валить отсюда. Ну, 4 на 4 играем нормально вроде. О, да, ты-то молодец, ты можешь. Я тебя прикрою. Я сейчас сдохну, нет! Ну, такое, да. Дейси. Или Дейзи. Тут еще, оказывается, клановая движуха есть, потому что чувак мне такие вещи рассказывал. Вот в клан, в который я вступил, да, я вступил в клан, в крутой. Color Mix называется. Как-то так, да. И тут прям реально движ. Раньше, по крайней мере, был сейчас. Был раньше, да. Сейчас не знаю, есть ли он. Но всякие чемпионаты раньше были, это было круто, да. Люблю всякие чемпионатики. Вряд ли меня, конечно, возьмут на них. Рачка такого, который он в куст стреляет. Ну и кого-то даже убивает. Ну я фуловый. Нормально. Угу. Ой! Ты откуда взялся? Ну. Ну это уже это, на респе танцы. Надо флаг хватать и убегать. Дай флаг я принесу. Дрынь-дрынь-дрынь, смотри на меня, я с флагом еду. На. Хилку бери, мужик. Ну ладно. Воу, пули летят. Ням. Я ж проезжал. Отожрался, да? Прокачал танк, он стал побольше. Дрень. Не, прикольно, стал бодрый. Еще на это, на один раз прокачать движок, и будет вообще норм. И, блин, пантеры хотя бы чуть-чуть на танк похожи. То эти тигры, они, конечно, тоже свой стиль имеют, но все же уже привыкли, что у танка спереди это такой вот нос. А другие немцы, они все такие квадратные гробики. Этот стильный гробик, да. Как-то так. Тик. А башня, кстати, на Шмальтрум похожа. Из этого. Тоже такая какая-то... Не квадратная, не круглая. Ну, про этого башню вообще молчу. Чужой какой-то. Надеюсь, это не был скилл. Блин, народ опять валит. Ладно, поставлю на паузу. Так, стоп, народ валит. Мы втроем остались, и три это синие. А я тут стою, жду, где этот второй чувак. Враг. Ладно, ждем дальше. Может, кто-нибудь зайдет. Николай, давай я тебе от Николая немножко. Попал. Нет, ну ладно. Короче, взял и весь забор убил. Да, вот смотрите, тут забор был, теперь его нет. Мне интересно, он появляется, потому что вроде воюем, все рушится, а потом такой едешь, оп, забор стоит. Странно, я же его вроде убивал. На этом, наверное, все, потому что народ только-только зашел, а время уже 20 секунд осталось до конца боя. А все остальное время мы просто втроем прогоняли. Тут позиции мне показывал анархист интересные. Такие вот дела. Что могу сказать? Танчик мне понравился, я его с удовольствием прокачаю в топ и буду юзать в лиге Второй мировой войны. Если, конечно, по времени буду успевать туда заходить, то они обычно у меня ночью идут.
Вам рекомендую тоже вступить в эту группу и вытащить какой-нибудь крутой танк, потому что танки реально, они крутые, их нет в магазине, и это уже круто. Да, как-то так. Ладно, закрываем статистику и пока выходим, наверное. Да. На этом, наверное, все. Да. Я его дальше продолжу качать, как сказал, а вам говорю спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. И не забывайте там ссылки, группа, войдите, вступите, делайте репосты и получайте вот такие танки. Да. Пока-пока. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the